Автоматы КОРД 6П67, 6П68. Автоматы КОРД являются индивидуальным оружием и предназначены для уничтожения живой силы противника на дальностях до 800 метров. Для стрельбы из автомата 6П67 применяются все типы патронов 5,45 на 39 мм из автомата 6П68 7,62 на 39 мм. В автоматах реализована схема сбалансированной автоматики, позволяющая обеспечить устойчивость оружия при стрельбе и лучшую кучность в сравнении с возможностями классической автоматики. Диоптрический прицел облегчает прицеливание, а также уменьшает ошибки прицеливания за счет увеличения длины прицельной линии. В автоматах установлена планка Picatinny для дополнительного крепления коллиматорного или оптического прицела. Оружие имеет три режима стрельбы – одиночный, группами по два выстрела и автоматический. Управление режимами стрельбы осуществляется двусторонним переводчиком, что обеспечивает удобство обращения с автоматами как для праворуких, так и для леворуких стрелков. Выдвижной приклад с регулируемой длиной позволяет обеспечить удобство стрельбы в бронежилете. Такой приклад, в отличие от складывающегося на одну из сторон автомата, не увеличивает поперечные габариты оружия и не затрудняет его заряжание. Примененная конструкция мест крепления ремня для ношения автомата обеспечивает снижение уровня шума при переноске оружия. В автоматах предусмотрены конструктивные элементы для установки глушителя, штатного штык-ножа и подствольного гранатомета, что расширяет его функциональные возможности.